Ветераны Вологды вспоминали День Победы на Солдатском привале. На этот раз традиционную акцию организовали в ГДК, чтобы не зависеть от погоды. В зале Дворца культуры собралось около 200 человек – участники и дети войны, узники концлагерей и участники боевых действий. Их встретили импровизированные фронтовые бригады. Ну и, конечно, для ветеранов были приготовлены солдатская каша и фронтовые 100 грамм, так же, как в мае 45-го. Капиталина Большакова войну встретила совсем юной – 17-летней девушкой. Была радисткой и дошла до Берлина. Часть, где служила Капиталина Большакова, закончила войну на границе Германии и Польши. О победе радисты узнали первыми, причем еще 8 мая. Но сказать об этом никому было нельзя до официального объявления командования. Мы стояли в город Бромберг, рядом с Берлином. Все выбежали на улицу и стреляли. У кого что было патронов, так все выстреляли в небо. Лишь бы только не оставались патроны в оружии. Радовались, плакали. Традиции собираться на солдатском привале уже больше десятка лет. Сразу после Парада Победы ветераны собираются вместе. Несмотря на годы, они бодры духом и сегодня пели военные песни и вспоминали своих однополчан. Ангелина Евстафеева, Михаил Прищев, Вологда РФ.